За 11 месяцев текущего года в Кунгуре и Кунгурском районе произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибло, 128 человек получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП являются несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, нарушение правил дорожного движения пешеходами, нарушение правил проезда перекрестков, управление в нетрезвом состоянии. Наиболее аварийными днями в текущем периоде 2020 года являются вторник, среда, пятница и суббота. Наиболее аварийное время с 15 до 18 и с 18 до 21 часа. Инспекция Кунгура напоминает, правила дорожного движения – закон для всех его участников. Нарушение этих правил зачастую приводит к серьезным последствиям. Пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части. Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы. Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательными и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 6200-202-312-01.